Глава района Дам Джарим поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником 9 мая. Великая Отечественная война завершилась 75 лет назад победой советского солдата. Вы нам принесли эту победу. Ваши ровесники, которые, не жалея себя ни днем, ни ночью, ни в холод, ни в жару, прошагали всю Европу и вернулись с победой. Низкий поклон от нас всех вам. Огромное спасибо за эту победу. В мероприятии также приняли участие руководители поселений, военные, волонтеры и артисты Северского района. У дома каждого ветерана развернулся настоящий полевой концерт. На мобильной импровизированной сцене для фронтовиков прозвучали любимые военные песни. Помимо поздравлений, все ветераны получили подарки, цветы, продуктовые наборы от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и руководителя муниципалитета Адама Джарима. Не все ветераны по состоянию здоровья смогли лично получить поздравления. Слова благодарности передали их детям. Но даже из-за дистанции ни один ветеран не остался без внимания. Каждая встреча завершалась обязательным памятным фото с участником Великой Отечественной войны.